как написать в общий чат с педагогом. Выбираем необходимый предмет, который ведет наш педагог. Заходим в чат. Здесь общий чат с классом и педагогом. При необходимости мы можем написать личное сообщение нашему педагогу. Нажимаем «Отправить сообщение». Какие еще есть способы отправить личное сообщение педагогу? Заходим в левое меню, выбираем «Связь с учителем», выбираем педагога, с которым мы уже переписывались, или выбираем «Новое сообщение», выбираем «Педагога», пишем ему «Сообщение», отправляем «Сообщение». Как выполнять домашнее задание? Для этого вы можете найти домашнее задание в расписании, где будет гореть кнопка «Перейти». Или вы можете перейти во вкладку «Домашнее задание» в левом меню. При необходимости мы можем просмотреть список всех заданий, в том числе выполненных. Возвращаемся в непроверенные домашние задания. Нажимаем кнопку «Перейти». Обратите внимание, здесь указан срок выполнения домашнего задания. Также он написан в верхней строчке. Нажимаем кнопку «Перейти». Внимательно читаем задание от учителя, пишем свой ответ. При необходимости мы можем прикрепить файл до 30 мегабайт, отправляем выполненное задание педагогу. Будьте внимательны отредактировать данное домашнее задание после нажатия кнопки «Нельзя». Теперь нам остается ждать обратной связи от учителя. Конференц-связь тоже не работает, мы его потом отдельно снимем. В принципе, все.